Во Владивостоке прошел полуфинал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры Якутии». Председатель правительства Евгений Чекин лично встретился с полуфиналистами и финалистами конкурса. Среди них якутяне Таисия Батуева, Гасан Гасанбалаев и Максим Терещенко. На встрече председатель правительства рассказал им о переформатировании системы управления, ознакомился с структурой работы нового центра управления изменений. Отметим, что финал конкурса управленцев «Лидеры России» пройдет в феврале, по итогам которого будут определены 100 победителей. Спасибо, во-первых, Евгению Алексеевичу, что в своем плотном графике выделили время и встретился. Ребята приехали из Мирного, из Алдана, да, Нерюнгри на эту встречу. Она проходит в такой неформальной обстановке. Мы обсуждаем конкурс сам непосредственно, что он дал для нас, что он может дать для республики и какие есть перспективы у полуфиналистов, финалистов в дальнейшем применить вот эти свои компетенции, которые у них есть, да, лидерские для блага общества.